Так, всем привет, друзья. 6 утра. Уже звуки мотора. Минут 30, а то и больше. Привет. Оффроуд начинается. Кто тут гоняет, спать не дает? Привет. Это будильник наш. А, это будильник? Да, будильник красного цвета, да? Проехал по лагерю, все разбудил, построил и спрятал. Да? Где? Не, спят люди еще. Так тут, я имею в виду, по кругу. А, по кругу. Ну, блин, днем лучше тут, да? Ну да. Дома есть, оказывается. Дома есть, да. Многоэтажки даже, да? Ага. Болото прямо в лагере, так. Было сыровато спать. В общем, неплохо. Ну, 0,5. Так, вот известные джиперы. Участники многократные подобных соревнований. Так, мэверики тут уже разминаются тоже. Машина поддержки. Так, тоже Нива тут заряжена. Рядом мы вечером стали. Не самыми последними мы приехали. Дорога была непростая. Так, регистрация в 6 утра по регламенту сейчас. Пойдет движение. Спецучастки, вот они, в поле зрения тут. Практически рядом все. Такие машинки нормально дубасят. Так, еще участник выехал откуда-то из огорода. Вообще ничего лишнего. Даже не красили особо, чтоб вес не набрать. Вот так вот. А на той стороне? А? Где тут? Так, ну что, сейчас на площадь. Регистрация, торжественное открытие, наверное, там будет. Работает сигнал. Так, начинается утренний дрифт. Pajero Sport, он же палатка. Кто такси заказал, блин? Такси приехало. Такси. Мы фактически в городе находимся, вот этот городок Мерефа. Люди приехали с утра. Нормально, это нам знакомо, в Нежине тоже приезжало такси прямо в лагерь. Причем там был лагерь так подальше. Так что, стартуем на открытие. Мы его не догоним, да? Чего? Догоним? Дрифт. Блин, хорошо он едет, да? Блин, как-то днем легче, да, ориентироваться?
Он, наверное, на спецучасток сразу. Так это мы так заезжали. А, это мы так заезжали. В темноте так оно казалось все. Все по-другому. Тут банда квадроциклистов. Да-да, квадрики богато. Да. Что там, пробка? Все на американском автопроме строго, видишь? Вот этот спецучасток. Ну все, преодолевай. Ну говорили, можно проехать. Это где мы вчера ночью уперлись. Сначала их плюхнули. Да не, нормальная дорога. Ты видишь, мы в лагере были фактически одной ногой. Но эвакуатор мог не проехать, да? Да, там такие есть. Вот это место ночное наше. Приключение. Да как-то все ехали по другой дороге, слышу, забивать координаты центра. Так, 4,5 километра пишет до точки. Какой-то. Глянь, как мосты у него блестят. Ты видишь? Они новые так не блестели, наверное. 4. А вон кто-то едет, там квадрики какие-то. Или там сейчас все туда будут ехать, весь город. Блин, вот это он с гидрорулевой шарашит. Какая скорость? 90? Охереть вообще. Блин, Персен сейчас надо купить обязательно, блин. Не, ну машина подготовлена нормально. Смотри, как левое колесо колбасит заднее. Там оно не откручено? Не-не, Парсен обязательно сейчас надо взять. Не-не, у нас всегда так. Всегда так, да? Мы правильно едем? Правильно, да. Блин, не едь к нему так близко, мне страшно, блин. 90 идет. 100 уже? Не, 90, да? Тормози. Блин, жесткий, да? Люди в шоке так головы поворачивают. В удивлении. Он дорогу не знает, лишь. Да вон 350 метров до места. Мы уже почти приехали. Смотри, тут обменка даже как в Киеве почти. Курс мне нравится. 24.15, 26.45. Хороший зазор, блин. Или въезд. Заезжай туда за ним. У нас машина поддержки. Вот тут квадроциклистов. По-серьезному так. В этом регионе они раскручены, глянь, чуть ли не больше, чем внедорожников, но не меньше точно. Так, все как обычно, центр города, движуха двухдневная. Сейчас будет открытие, я думаю, торжественное, аппаратуру выставляют. Регистрация, брифинг. Да, много квадриков, УТВ-шек, очень много. Красиво смотрятся ребята. Международные змагания. Говорит, так и выехали уже в говне, да? Да, причем в настоящем, да?
В качественном, блин. Как у Шомки. Это к деньгам. А, к деньгам, да. А что там, главный приз? Деньги, поездка в Эмираты? Да, ЖК не узнать. Хижака не узнать, да. От хижака, короче, только номер остался и колеса, да? А диски эти были? Во. Новые диски? Ковочка. Сколько диск весит? Легкий вообще, да? 9200 что ли. 12 дюймов. Он широкий, а 12 дюймов, да? Ого.